2170 километр трассы М7, граница Актанышского района Республики Татарстан. Отсюда начало Великого Шелкового пути справа от старой трассы М7. А слева готов что-то типа парковки. Ну и АЗС дополнительно. Пока без расшифровки. Среди площадки готовится. С правой стороны будет вторая, да? Дорога. Будет. Двухсторонняя получается. Четырехполосная или шестиполосная, может даже. Когда закончится строительство, когда увидим. Пока гадал. Небо голубое. На стройке участвуют машины как московскими, так и челябинскими номерами. Федеральная трасса. Почти всероссийского масштаба. Березовый лес к вашему слугу. Далее лиственный смешанный лес. И вот она, оживленная трасса. 1170 километр. Справа от деревень будет объездная трасса скоростная. С ветерком, чтоб проезжать. А то по деревням едем скоростью 40 километров в час. А там много скотины, людей, пешеходов и гужевого транспорта. Будет спокойно и жителям деревни, будет спокойно дальнобойщикам и путешественникам на легковых автомобилях. Счастливого пути, удачной стройки. Спасибо, что нажимаете кнопку «Палец кверху», подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, делитесь с друзьями. До новых встреч! Спасибо, что смотрите. Мы вас любим. Какая красота! Наш Татарстан!